Я считаю, что нужно рожать, если очень сильно хочется, и если вы уверены, что вы сможете этих детей прокормить и поддержать. А сами сколько планируете? Ну, если вообще планирую, то, ну, 1-2. Чтобы любимые были и нужные. Плохо отношусь к этому. Каждый должен рожать столько, сколько ему нужно. Для этого нужно деньги. Много денег. Для 6 детей нужно много денег. Для 8 еще больше. Нам достаточно. Нужно заплатить за школу, за садик. Там еще их нужно накормить, одеть и купить всякие нужды, которые им хочется. И уделить всем внимание, воспитать должным образом. Вопрос остается, да. Мне кажется, да. Давать не хочется, наверное, детей. Да, в целом нормально. Если кто-то может, хочет, но почему нет? А вы сами хотите столько детей? В целом, да. Но тут вопрос, вывезу или нет. Жизнь тяжелая, цены такие, и как бы не вся молодежь работает. Хотя у нас государство как бы заботится о детях. Ну, 3-4 это нормально, но 6-8 нет, вы что? Образование им дать, одеть, обуть, всех накормить, ну тоже сложно. А если при наших зарплатах как-то не дашь особо. Такой парадокс, чем хуже живут люди, тем больше они рожают. Я, допустим, одна воспитываю ребенка, потому что у меня муж умер. Мне вот одной сложно. Если были бы условия созданы для семьи, то да. Если нет, то смысл? Рожать детей для того, чтобы они мучились? Зачем?